15 минут прославленный ледокол «Ермак» и героический бот «Мурманец» вошли в Ленинградский порт. Советская Родина встречала своих любимых сынов, отважных покорителей Арктики, героев попаминцев. 9 месяцев пробыли они на дрейфующей льдине, блестяще выполнив сталинское задание по исследованию и освоению Северного полюса. Честь и слава доблестным патриотам, бесстрашным сынам Родины, сталинским питомцам, рыцарям советской науки. Городского комитета партии, от областного исполнительного комитета и Ленинградского совета и всех трудящихся города Ленина разрешите передать пламенный пролетарский привет товарищам Папанину, Чершову, Кренкину и Федорову, славным сынам нашей великой Родины. Сынам нашей великой Родины, сталинским питомцам, покрывшим себя неувидаемой славой в деле завоевания Арктики. Трудящиеся города Ленина поздравляют вас с успешным выполнением ответственного задания партии и правительства, задания товарища Сталина. Товарищи, папанинцы, вы возвращаетесь победителями из экспедиции, равной которой не знает история человечества. Своими героическими делами вы показали всему миру, на что способны люди сталинской эпохи, на что способны большевики. С большевистской отвагой вы побеждали трудности и совершили беспримерный подвиг во имя науки, во славу нашей социалистической Родины. Да здравствуют славные попаденцы, мужественные сыны бессмертного советского народа! Да здравствует страна социализма! Да здравствует наша славная коммунистическая партия и товарищ Сталин, воспитавший героя попаденцев! Мы бесконечно счастливы
ступили на родную советскую землю, что можем вас, трудящихся города Ленина, благодарить и приветствовать за любое внимание, которое вы нам оказали. Нас четверо. Нас четверо выращенных и воспитанных товарищей Сталина людей. Мы всегда думали, что представляем собой великий народ Советского Союза. И своим повседневным трудом хотели доказать, на что способен советский человек. Мы работали для Родины, для науки. Мы счастливы, что нам, простым рядовым людям, удалось достойно пронести знамя СССР от Северного полюса до 70-й параллели. Мы, мои дорогие товарищи, Шершов, Гренкин, Федоров, счастливы, что можем доложить столице товарищу Сталину, ваше задание выполнено. Да здравствует великое знамя Ленина, Сталина, которыми всегда будем одерживать победы. Да здравствует трудящийся города Ленина. Да здравствует наш родной, горячо любимый товарищ Сталин.